Огромный всем привет! Я готовлю ужин. Буду готовить рис с курицей. Здесь у меня варится уже рис длиннозерный басмати, а здесь обжаривается курица. Это бедро с кожей. Конечно же, вы можете взять бедро без кожи или куриное филе. Я тоже так часто делаю, но сегодня у меня бедро с кожей. Сейчас я еще немножко мясо подрежу, просто первую партию уже положила в сковородку. Сейчас она мне обжарится. Я добавлю еще немного мяса. Вот, готовлю на 2 дня. Завтра у нас планы пойти погулять в одно интересное место. Может быть, я что-то сниму для вас тоже. И когда мы вернемся вечером, хотелось, чтобы уже был ужин на столе. Так что буду готовить сразу на 2 дня. И сейчас подготовлю овощи, которые я буду добавлять курице и рису. Я приготовила овощи, которые буду добавлять в рис. Здесь у меня лук. Кстати, одна зрительница просила меня показать вот этот вот салатно-овощной лук, который не горький, а очень сладкий. Сладкий, очень вкусный, сочный. Как он выглядит? Это вот такие вот огромные луковицы. Вот. И вот они у нас продаются под названием Gemüsezwiebel, то есть овощной лук. Идеально подходит для салата, ну для всего. У меня прям даже глаза не плачут от него, когда его режем. Ну хотя, может быть, и свою роль играют еще и контактные линзы, защищают мои глаза. Морковка. Вот такой вот стручковый горох, тоненькие такие плющатки. И горошек замороженный. Конечно, вы можете добавлять любые овощи по своему вкусу в рис. Например, отлично бы подошла бы паприка. Болгарский перец для цвета тоже было бы замечательно, но мои именно в этом блюде паприку не любят, поэтому я не добавляю. Также можно добавлять небольшие соцветия цветной капусты или капусты брокколи, а также зеленую фасоль стручковую. Я тоже иногда добавляю, но сегодня у меня есть вот такой свежий горошек, поэтому фасоль я не добавляю. Можно замороженную добавлять, можно свежую, просто нарезать на маленькие кусочки. Вот сейчас я овощи почищу, помою, подготовлю к приготовлению и будем готовить с вами дальше. Конечно же, можно не заморачиваться с морковкой, просто натереть ее на терке, на крупной. Я так часто и делаю, когда нет времени. Ну вот сегодня захотелось мне заняться мелкой моторикой. Так, здесь у нас уже пожарилась курица. Я сейчас ее отбрасываю на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир. Потому что овощи я буду обжаривать уже на другой сковородке и на другом жире. И курицу я уже посолила и поперчила. Вот у меня корочка. Вот смотрите, сколько жира осталось на сковородке. Эту сковородку я убираю и ставлю новую, глубокую. Здесь у меня уже налито растительное масло. Оно разогревалось на соседней комфорки. Так, и сейчас мы сюда добавляем лук.
первую очередь. Вот у меня еще немножко морковки попало, потому что она не уместилась у меня на другую тарелочку. Вот я обжариваю сначала лук. И потом постепенно добавляем все остальные овощи. Следующее отправится морковь, потом зеленый горошек, а потом клещатки гороха. То есть те овощи, которым требуется меньше тепловой обработки, идут последними в сковородку. Лук у меня слегка обжарился, посветлел. Видите, здесь пока жарилась курица, все забрызгало. Теперь добавляю морковку и обжариваю опять морковку, пока она станет такой слегка мягкой. Добавляю горошек. Так, он слегка смерзся. Ну ничего, сейчас растает быстренько. Горошек долго даже не надо обжаривать. Если он растаял, ну, считает пару минут уже, все. А можно сразу же и нарезанные клещатки тоже добавить, в принципе. Так. Вот, сейчас слегка обжарю, потом опять сюда мясо добавлю. В смысле курицу обжаренную. Сколько много овощей, видите? Вот получается овощной рис с курицей. А рис у меня вот здесь вот уже он сварился уже, и с него стекает вода. Теперь сюда я возвращаю курицу обжаренную. И теперь добавляю специи. Надо будет все по вкусу посолить. Черный перец, можно красный, ну и любые специи, какие у вас есть. Паприка. Я буду добавлять, вот у меня есть Thai Red Curry, то есть тайская красная карри приправа. Но она не очень острая, отличная приправа. И буду еще добавлять немножко вот этой приправы. Это китайская 5 специй пудра, порошок. Так, что у нас здесь в ингредиентах? Здесь у нас корица, фенхель, анис, черный перец и гвоздика. Смесь. Вкусная, очень ароматная специя. Еще немного карри добавлю. В общем, короче, все, что есть. Главное не переборщить. Вот так можно добавлять ваши любимые специи. Например, специи для курицы, специи для мяса, для барбекю, для шашлыка. Все, что хотите, для плова. Процесс воссоединения курицы с овощами и рисом я не засняла. Но вот уже готовое блюдо. Вот такой вот аппетитный и очень вкусный рис с овощами у меня получился. Всем, кто сейчас будет кушать или уже кушать, приятного аппетита. Также тем, кто собирается, нам тоже приятного аппетита. И увидимся. Смотрите, какой лес-то красивый осенний у нас там на горе. Деревья все разноцветные. Ну, красотища. Тут утки раскрякались. Белка их напугала. Шабака такая. Спугнула. Уток, гусей наших. Гусей-лебедей. Отец возмущается. Они только на бережку расположились, чтобы отдохнуть, а тут белка такая прискакала. Сейчас пошли гулять, пока солнышко. Вот. А то сейчас такая погода, сейчас солнышко, потом опять дождь. Утром тоже гуляли целый час. Потом белка была на самовыпасе и еще в саду скакала вместе с Лаской. Вот и сейчас пойдем еще раз пройдемся вокруг озера. Мне хорошо, и белке хорошо. А Ласка решила с нами не идти. Я ее звала, она так голову положила, типа нет,
Идите сами, мне сегодня утром уже хватило. Ну да, она насильная на большие расстояния. 2 раза в день, например, она вокруг озера точно не пойдет. Ну ничего, пусть дома отдыхает. Сейчас как раз дети пришли из школы. Я скорее убежала гулять. Никто за мной не пошел. Ну, я с одной стороны и рада. Люблю такие вот моменты спокойные. Только я, природа, гуси и белка. Пошла быстренько к курам отнести кое-что. Ну и тут Феликс только что с сеновала слез. Видите, на нем еще соломинки, травинки сухие. Ой, ой, смотри осторожно, а то сейчас попадешься. Он прям как цирковой кот у меня. Вот так вот идет всегда перед ногами. От одной ноги к другой, от одной к другой. И даже если ты его задеваешь случайно ногой, он совершенно не обижается. Как будто так и надо. В следующий раз опять под ногой оказывается. Тут уже мои подопечные. Ну вам-то сколько уже можно? А? Кормили вас, кормили уже. Сегодня поили, поили. А? Где Феликс? О, вот Феликс, котечка. Да. Сейчас курам отдам их угощение. Вот тут вот, так вот. Угу. О, что-то у меня тут уже курочки-то, несколько совсем старушек. Чувствую, что недолго осталось. Вот видите, которые совсем потрепанные. Молодых 4. Более-менее молодых 4 курочки. Вот, вот видно, 1, 2, 3. Вот там еще 4. Ну там 5, я не знаю, под вопросом, молодая она или нет. Вот. Так что, вот это прям старушка бежевая у меня совсем. И рядом с ней тоже старушка. А вот эта тоже пожилая уже. То есть эти 3 уже... Это они в первый год, как мы взяли их. В 2016, значит, они родились. Ну, я не знаю, сколько куры живут. Ну, в общем-то, старушки не старушки, но в любом случае в возрасте. Вон та вот курочка тоже в возрасте. Так что, не знаю, потом буду брать, или я кур еще, или нет. Муж меня отговаривает, говорит, не надо нам. Яйца био дешевле стоят в магазине. Ну, не знаю, мне нравится вот так вот приходить, на них смотреть. Ой, прям я не знаю, что делать. Ну, пока еще, как говорится, вопрос не стоит прям. Даже если смотреть вот эти вот пожилые курочки. Ну, скоро уже того, как говорится, все равно еще останется 4-5 некоторое время. Вот с прошлого года вот эта маленькая, это с прошлого года из цыпленка выросла. В любом случае она еще 4-5 лет точно будет жить. Ну, петушки у меня с 2000, я уж не помню какого. Какого же они у меня года, петушки-то? Наверное, по 3 года им где-то или по 4. То есть они тоже уже, конечно, не молодые, но... Ну, как-то они прям молодцом выглядят по сравнению с курами. Я заметила, что так часто у мужского пола бывает, да? Что они прямо еще хоть куды, да? Ну ладно. Так вот. Пойду Феликса поглажу. Красавчик. Ой, какой блестящий. Ой, шкурка-то как у крота. Ой, какой хороший. Хороший кот. Эй, красавчик. Эй, красавчик. Ой, усатенький. Ой, какая шкурка густая. Густая стала шкурочка твоя. Ой. Да, плотненькая. Зимняя шерстка наросла уже у Феликса. Вот он какой красавчик у нас.
Вот он какой красавчик. Мурчалочка. Всем приветик от него. Всем котам и кошечкам. Привет от Феликса. Давно не был он у меня в роликах. Да, давно не был. Красавец. Ой, красавец. Мой хороший. Вот хороший. Хороший котик. Хороший. Гуляет с нами каждый вечер. Каждый вечер гуляет по темноте вместе с нами. Делает кружок. Ой, у меня руки грязные. Я занималась разными работами. У кур немножко почистила, овец гладила, поэтому у меня руки грязные. Ах ты мой хороший. И куртка тоже, видите, мне. Но я не могу каждый день стирать куртку рабочую свою. Так что какая есть. Так. Ах ты мой котика. Ах ты мой котика. Ай, красавец. Ай, красавец. Огромный всем привет. Я сегодня опять занимаюсь спасением герани на зиму. Запасением или спасением, я не знаю. Вот сейчас черенки высаживаю в горшочке. Вот горшочки сохранила пластиковые. Видите, пригодились. Сейчас вот у меня здесь ведро с черенками. Высаживаю. Может быть густовато, но посмотрим. Если они на самом деле до весны доживут, укоренятся, то потом можно будет легко их рассадить. В случае чего. Вот, это у меня опять же новый опыт. Первый раз я пытаюсь сохранить герани на зиму. Посмотрим, что у меня получится. Вот, продолжаю рвать томаты. Сегодня уже 17 октября. Продолжаю. И они еще растут и растут и растут. Но сейчас я уже сорвала уже, знаете, те, которые уже слегка просто пожелтели хотя бы. Они дома доходят прекрасно. Белка тут много уже лопнутых было, но это прям от холода. Я их просто здесь бросила. Причем, ну, томатов еще прям, знаете, вот они. Они еще там есть, здесь и везде. В общем-то, и много их еще. Но я сейчас буду ждать, следить, конечно, если уже будут передавать минусовую температуру или даже хотя бы ноль, там где-то так, то я уже зеленый тоже сорву. А пока вот опять ведерко. Это уже не первая ведерко. С последнего ролика, как я показывала томаты, это уже, наверное, третье. И все собираю. Вот сейчас, видите, опять килограмм собрала, наверное. Очень урожайный сорт. И тьфу-тьфу-тьфу, никакой фитофторы, ничего. Прямо суперские, сладкие, нежнейшие томатики в салат. Да хоть куда. Да. Если кто-то будет спрашивать, сорт называется Cherry Томат Тутти Фрутти. Вообще просто для себя я решила, что это самый классный томат. В следующем году посажу, наверное, 6 штук только их и все. И хватит мне на все лето томатов. Ну, может, еще бычье сердце посажу, мне понравилось. Ну, может, еще овальные, типа дамские пальчики тоже посажу. Короче, 10 кустов, но из них больше будет тутти-фрутти. А вот моя мусенька, девочка моя. А где она сидит? Она сидит на тележке, на прицепе. Вот, любимое местечко. Нагревается вот эта штука, да? Ах ты моя девочка, ах ты моя красавица. Ой, колобок мой, колобочек мой любимый. Ой, усатенькая. Ой, усатенькая красавица. Ой, ты моя хорошая. Эх, ты хорошая. Ой. Ой. Ой, лапулька даже лизнула мне палец. Ах, ты моя девочка. Моя хорошая девчонка. Эй, девчоночка моя. Вот еще одна девчоночка. Да, вот еще одна любимая девчонка. Одни девчонки у нас. Феликс только у нас. И баран Лео. Остальные у нас все девчонки. Ой, Муська. Ой, Муська стала такая плотненькая к зиме. Ой, такое все налетая, облетая. А? Шкурка плотненькая тоже. Ой, красотка моя.
У нас сегодня такой хороший денек. Сейчас вроде кажется, что темно, и тучки. Ну нет, солнышко время от времени показывается. Это так приятно, потому что у нас где-то, наверное, дней 5 полностью была темнота, дождь, ветер. А сегодня первый денек, что солнышко показалось. Поэтому радуемся. Сейчас пойдем гулять. Да, пойдем гулять. Вот так вот.